Где там уже хозяин? Блин, где он? Я уже сижу тут, наверное, часов пять. Смотрю на этот, на эти часики. Они вроде такие прикольные, но ну, хозяина мне гораздо веселее. Его все нет и нет. Он сказал, что скоро будет, и ушел куда-то. Ой, блин. Хозяин, хозяин, хозяин вернулся. Ура, ура, наконец-то. Так, 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 наверное, сейчас будет меня кормить. Кормить будет. Кот, кот, ты где, кот? Я тут, хозяин, хозяин, я тут. Открой, открой меня тут, я здесь. Кот, ты дома, кот? Да тут, я тут. Кот, привет. А ты где был, хозяин? Короче, кот, смотри, мне пришла повестка из армии. Это что такое повестка? Армейскас пришел? Буду служить, я стану солдатом, мне дадут сержанта, я буду с автоматом. Каким сержантом автоматом? А вискас принес? Ты хотел вискас, еще мне обещал принести. Ты голодный, наверное. Какой? Ну, хозяин, ты мне уже давал огурцы сегодня, я не хочу. Ну ладно, раз не голодный, так и ладно. Пойдем, кот, пойдем, у нас сегодня кучу дел, невероятную кучу дел. Ой, наконец-то я буду служить отечеству, сейчас надо купить форму. Какому отечеству? Хозяин, а вискас, может все-таки вискас? А ты, кот, голодный все-таки, да ну огурчик. Нет, только не так, вот кот, это. У нас сегодня кучу дел, нам нужно купить форму, нам нужно сходить в военкомат, пройти медкомиссию и вообще кучу всего. Так, поехали, кот, все, поехали. Вискас так мне не дал. Кот, быстрее, я иду, Хозяин, а когда уж ты у меня, ой, фу, ты еще этот пылесос тебе купил? Куда, подожди меня, подожди. Кот, тебе нравится пылесос, кстати? Нет, он мне совсем не нравится. Я так и знал, что тебе понравится пылесос. Нет, только не включай его, пожалуйста. Вот, да, все хорошо, так. Давай, садись в машину, ты поведешь. В смысле, а куда это мы едем? Давай, садись, ты поведешь, а то я пьяный. Не поедешь? Ну ладно. В смысле не поеду? Нет, я поеду. А куда мы едем? Все, кот, залази. Подожди сейчас. Так, сейчас заводим. Кот, музыку надо включить еще обязательно. Да, это мне нравится, давай. Так, кот, газ справа, слева или посередине? Это я не знаю, хозяин, это ты же катаешься на машине, я тут вообще не знаю. Надеюсь, посередине газ, а справа тормоз, надеюсь, так. Ой, поехали. Ага. Ну, кот, понимаешь, вот уеду я в армию, и нельзя будет тебя оставить, вот. В смысле, как это меня нельзя будет оставить? Это как это, мы поедем куда-то за границу опять, да? Да, там у мамы аллергия на тебя, поэтому тебя придется, скорее всего, отдать в приют. Но я тебя потом заберу, ты какой не переживай. Приют? В смысле, хозяин, а какой приют? Хозяин, я не понял, про какой приют ты вообще мне говоришь, это что, какой? Все, кот, пошли. Я не хочу приют, ты, в смысле? Здрасте, ты... здрасте, да, кот, да, мяу-мяу-мяу, все понятно. Здрасте, как мне это? Вот это вот, форму. Какую форму? Ничего ему не давайте, ему нельзя в армию. Ой, вы посмотрите на него. Я посмотрю, да, ага, хорошо. Кот, ты можешь вести себя нормально, мы вообще-то в приличном заведении. Хозяин, ну в смысле, ты же говорил же, ты чечечеству служить так собрался, а зачем меня в приют? Хозяин! Что-то ничего никакого. Кот, ты видишь, что это камуфляжное? Какой камуфляжный? Я вообще не понимаю, что ты говоришь. Пришел, сказал, вот что... О, это мне подходит. Сейчас, а ну-ка, кот, не подглядывай только мне в примерочную. Мне уже не нравится эта армия. Какую... Не подглядывай, говорю. Да может тебе не надо, хозяин. Так, кот, отвернись. Давай лучше вискас. Отвернись. Вис... Может, лучше... Отвернись. Вот, вискас лучше. Быстрей. Ладно, хорошо, этого... Хозяин, мне вообще не нравится, пришел. Я думал, что что-то хорошее, опять как обычно, всякая какая-то фигня, ничего тебе не нравится. Хозяин, ну ты там сколько? Вот, ну как тебе? Какая-то фигня, по-моему, да? А, какой я солдат, мне кажется, мне идет, кот, все, буду в смысле, стрелять подожди, с автомата, так, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Подожди, хозяин, давай мы с тобой поговорим, вот ты мне говоришь, что ты поедешь в армию, и что меня оставишь в приюте, может, мне не надо в приют, может, я с тобой поеду. Да, кот, я с тобой согласен, мяу-мяу-мяу, точно, нам надо быстрее ехать в военкомат, все, пока он не закрылся. Нет. А, наконец-то я буду солдатом, всегда мечтал быть солдатом. А как же я, ты же... Кот, залази в машину. Ой, сейчас. Что такое, кот? Опять шерсть, что ли? Ой, укачала, хозяин, в этой машине туда-сюда ездим. Фу, кот, фу, ладно. О, господи, ну ты не понимаешь, ну ты сам должен понимать, это же моя мечта быть солдатом. Я понимаю, что ты, наверное, грустный, что тебя придется отдать в приют, но там все в порядке. Да я не грустный, я просто в гневе, я в шоке, какой у меня приют, ты меня заб... Ну ты не переживай, я тебя заберу, кот, мяу-мяу, все дела, обязательно отслужу, годик, второй, ну максимум третий, и все. Надо себя вести нормально, не ной. Так.
ладно. Здравствуйте, здравствуйте. Молодой человек, будьте добры, пожалуйста. Куда мне идти? Я призывник вообще. Ага, нет, ему не надо, они, кстати, никуда идти. Да-да, здравствуйте. По повесточке, да? Ну, понятно. А фотографию вы сделали? Не сделали. Ну, тогда вначале делайте фотографию, а потом возвращайтесь. Ладно, ладно, сейчас сделаем фотографии, мы быстро. Кот, все, возвращаемся. Какой фотографии? Я тебя укушу, ты меня понял, да, носатый? Нет, ты кот, а у машины иди какой-то туда. Я не хочу, ты давай, тут давай, давай, выпихивайся, кот, быстрее, давай. Ну мне не нравится вообще вот это. Господи, кот. Господи, кот, мне кажется, тебе надо очистить жилье. Говорят, огурцы помогают. Нет, хотя только не огурцы, я больше не знаю. Сила природы, не отрывая от ботвы. Нет. Нет, мне вообще не надо ничего, я уже мяу, вообще... Мяу, ладно, дома так дома, согласен, кот, пойдем! Мне нужно срочно как-то сделать так, чтобы... Здравствуйте, мне нужна фотография, вы вообще сможете? Здравствуйте, здравствуйте. Ему, кстати, ничего не нужно, хозяин у меня не любит фотографироваться. Так, ну, с вас 300 рублей, можете, в принципе, нет, хозяин, мяу, мне нужен вискас. Говорили, будет фотография, так фотография. Здравствуйте, это вы меня фотографировать будете, да? Хозяин, я никогда больше писать не буду. Сейчас вылетит птичка. Сейчас кот будет, птичка, отойди, не мешай. Так, значит, давайте, я готов. Раз, два... Ну что это за говно получилось? Это не так должно было быть, лишь на военкомат вообще. Ну и что это, кот? Отлично, по-моему, фотография, хозяин. Так, кот, тут и дебил, конечно. Ну отойди, так, заново меня фотографируйте. Так, так. На счет три готовы? Давайте, раз, два, три. Да что ж такое вообще, фотографы? Откуда у вас руки-то растут? Ну что это? Вот. Мне вот эта фотография больше всех, кстати, нравится. Так, кот, все, быстро свалил. Давай, отойди, отойди подальше. Я, тут, да что, я вообще, кот, я не все. Мешаю, я просто стою тут. Так, вот, все, давайте. Дубль номер три. Раз, два, три. Да вы издеваетесь, что у вас за фотостудия такая? Шарашкина контора. Хозяин. А ну, кот, опасайтесь. Все, так, все, кот, мне а кажется, отойди. Надо идти домой, хозяин, мне кажется, нужно что просто... Что это вообще такое? Да нормальная фотография, хозяин, давай пойдем не, домой. Ну, если, конечно, голову вырезать, то, конечно, было бы все неплохо. Так, все, кот, у меня есть для тебя хороший вот-вот сюрприз, о, кот, сюрприз. О, вискас, да, это я люблю, кстати. Так, вот сюрприз. Хозяин, раз, ну нет! Раз, два, три! Нет! Вот это другое дело. Кот, смотри, какая хорошая фотография получилась, а? Вот это я понимаю, вот это вообще замечательно, да? Хозяин, мне вообще не нравится эта фотография, мне кажется, со мной так, там что, фотография кот, давай, была лучше. Так, давай, садись в машину, поехали. Мяу-мяу-мяу, все дела. Хозяин, может быть, а я даже вискас еще не съел, смотри, какой хороший, вот, смотри, вискас. Как сейчас договоришься, ладно, лучше вискас. А ты вискас забрал мой. Что, кот, не голодный, вискас не будешь? Ну ладно, тогда садись, поехали. Я не специально ешь, ну что ж такое-то, господи. Здравствуй, юность в сапогах. Здравствуй, Игорь, с автоматом буду. Хозяин, это вообще не смешно. Какие автоматы? Вот нравится, да, тебе песня. Я так и знал, что тебе понравится. Мне вообще не нравится эта песня, хотя не нравится. Это еще. Батяня, комбат. Так вот, сейчас без глупости. Ты меня уже заколебал за сегодня. Пойдем. Хозяин. Так, еще раз, здрасте, вот фотография, куда нам о, надо отправляться? Есть. Ну-ка, никуда, вам нужно пройти психиатра. Ага. Психиатру, все, понятно, сейчас прямо пойдем. Прямо и ага. Направо. Какому еще психиатру? Пойдем, кот. Так, ладно, давай, ага. Так, сейчас главное, чтобы прошли психиатр, чтобы он не подумал, что я псих не какой. Так, ладно, все, спокойно, все, спокойно. Ай, да, надо, чтобы наоборот, чтобы он подумал, что он псих. Я знаю, как здравствуйте, видите, хотя... здравствуйте. Так. Меня зовут Игорь, я призывник, вот у меня фотография, как вы сказали, все сделал. А что, он псих, он конченый псих, он дебил. Да чего, скажите, это у меня кот псих. Он дебил, он псих, ля-ля-ля, он псих. Да что же это вы, что ж с вашим котом-то? А он псих, кстати, ля-ля-ля, он псих, вот так вот, а, псих. Кот, заколебал меня кот, господи, сколько можно вообще этой фигней заниматься? Ля-л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 я-
Да вам не к психиатру нужно! Вам в психушку нужно, сейчас вам направление напишу. Это просто меня кот бесил. И такую армию вам нельзя! Да блин, кот! А что я? То я и не виноват вообще, я просто хотел вискас.
Ну все, кот, это вот все. Ты доигрался. Все, поехали. Он больше сюда не придет никогда. Иду, 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 хозяин. Да, 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 кот, поехали, поехали. Садись в машину, садись. А что, мы не пойдем больше в армию, да? Да, да, садись в машину, кот. Да? Все, поехали тогда. Пойдем, пойдем, кот, я тебе сюрприз покажу. Какой сюрприз? Все-таки вискас будет сегодня, да? Да, да, да. Вот там твои любимые огурцы, вискасы туда-сюда. Так, ага. Заходи, заходи, кот, заходи, ты первый. Это там что такое, хозяин? Там сюрприз для тебя, я приготовил сюрприз, кот, заходи. Да? Хорошо, а где сюрприз, хозяин? О, заколебал меня этот кот, сейчас наконец-то пойду и нормально сделаю себе военный билет. Все, я настоящий призывник, отправлюсь служить в настоящую армию, мне дадут автомат пострелять. Кот, ну ты извини, мне просто в армию нужно, понимаешь? Все-таки служить это ж дело мужика. Все, ты мне мешаешь. Хозяин, ну почему? Почему? Вот это что это такое? Я только думал, что наши приключения с моим хозяином вернулись. А вот все опять испортилось. Мне все писали в комментариях, где же киса Жека, когда новая серия непослушного котенка. А я вот решил, вот вот и все, и хозяин уезжает, и хозяина больше не будет, мне дадут приют, и все, это конец. Напиши мне в комментариях, как сделать так, чтобы хозяин не поехал ни в какую армию, если он меня оставит в приюте, я же не выживу в этом приюте, я не хочу там жить. Как обычно, сижу возле окна, а хозяин уехал, и может быть уже вообще не вернется. Пока.